Казалось, в свадебной тематике сложно создать что-то новое, оставаясь при этом в рамках существующих традиций. Тем не менее, дизайнеры находят возможность каждый раз удивлять нас стильными, актуальными решениями. Популярность кружева в этом сезоне не знает границ, а потому для самого романтичного образа можно решиться на платье целиком из этого роскошного материала. В данном случае это воздушное платье силуэта ампир с каскадом воланов и рюш на атласной основе пудрового цвета. Утонченный кружевной моноузор наряда дополняет богато украшенный лиф. Для создания такого нежного образа дизайнеры рекомендуют выбирать тонкое кружево шантильи, расшитое бисером, стразами или жемчугом. Блеск, благородный металлический, также тренд года. В созданном нашими дизайнерами платье он отражен в объемном оформлении лифа, фактура которого повторяет геометрический рисунок на белом жаккарде. Объединяет полотна также яркий акцент, пояс из серебристой тесьмы, декорированный крупным камнем Сваровски. Для данной идеи подойдут шелковые жаккарды, хорошо держащие форму, а геометрический принт можно заменить на растительный орнамент. Решение третье для настоящих современных принцесс, в котором тренд на объем реализуется в роскошном образе цветке. Двойная пышная юбка из органзы и тафты ванильного цвета, словно раскрывшийся бутон нежного пиона. Лиф из плотного атласа декорирован вышитыми элементами, жемчугом, стразами в цвет компаньона. Для воплощения этого роскошного платья выбирайте переливчатую шелковую тафту и органзу с кружевным принтом, выполненным по технологии Print Screen. Тенденции современной свадебной моды – это классические лаконичные силуэты с игрой фактур и обилием декора. Роскошь при этом приветствуется сдержанной. Впрочем, все невесты разные, и у каждой из них может быть свое представление об идеальном платье.